Приветствую вас, дорогие наши зрители. Кристалл. Да. Демка игра. Демо. Будучи кошачьим воином старым кристаллой, вы должны освоить 6 магических специальностей священных кристаллов, чтобы вступить в ряды знаменитых воинов Ракшаков. Да. Вам также предстоит сражаться, чтобы раскрыть источник ужасного проклятия. Вот такая вот штука-дрюка. Короче, демка на ней очень давно уже глаз положился. Как всегда, не поддерживает русский язык. Схоже с Dark Souls и Ryzen. Ryzen, да. На Kickstarter игрушка прям набирает. Бабосики прям собирают. Игру поддержали. Потому что после Скайрима наши кошечки вообще прям нигде и никогда и не виделись, да? Короче, я настройки посмотрел, вроде как чего и как. Вроде можно посмотреть. Я не знаю, насколько демка, как она оптимизирована, что она. Я и не запускал, вы сами знаете. Я люблю лишь только первые впечатления. Первые прекрасные моменты из жизни. Ух ты, впервые в жизни ОБС у меня сказал, ты что, тварь? О, таджики. Кошка. Так, ладно, у нас есть камера и у нас есть спринт. Так, давайте подберем. Это типа фонари, да, я так понял. Так, и интеракт. Так, давай взаимодействуем с фонтаном каким-то или что это такое. Угу. Кристалл. Мне кажется, это типа сохранение, да? Типа распределение. А, да, Vitality is... Все, я понял. Сила. Короче, статистики. Да. А можно как бы зайти и без вот этого потыркать всего и вся. X, spell, 3, дерево, магическое дерево. Короче, задачи тут всего и вся и много всего. Но пока это все закрыто. Здорово, мужики. Ctrl и просто так. Какие удары. Так, есть еще у нас... Так, правая. Так, фокус цели. Ну, кто-то из них живой, а кто-то из них ни хрена не живой. Так, у нас есть однерка, типа скилл. Хорош. У нее по факту должна быть акробатия. Ля, дарксоловские рывки, все дела. Не знаю, конечно, что получится, как получится, но на самом деле выглядит пока достаточно убедительно и хорошо. Всякие штуки. Ля. Ну, пока, конечно, демка совсем не оптимизирована. Либо они вообще под 40-90 какие-нибудь видюху. Игра, да, должна быть? Не? Раз 30-60 совсем не тянет. Так, давай подберем. Так, и инвентарь. Как хорошо сейчас выглядит. Нравится. Козырно прям. Прекрасно. Шикарно. Ля, ну просадки, конечно, какие-то происходят. Она вообще плавно, но моментами прям бывает, блядь. Прям под рисунчики прям такие. Надо посмотреть, что по настройкам. Так, эскейт он переходит сюда. Move forward. Language. Windows full screen. Вертикальная синхронизация. Можешь попробовать еще бахнуть. Максимально FPS. Блум. Ну все на эпике. Motion blur, давай еще на эпик. Она вообще по факту должна вообще на эпиках идти. Если уж на то пошло. На мой взгляд. Ну то есть вообще разницы нет по факту. А как сюда забраться? Кошатники умеют забираться, не? А как забраться? Фишинг вильяж. Что-то я не понимаю, куда идти. Не, ну... Так, пробела. Ух ты, нихуя.
Но он нет, он не умеет. Тоже не может. Тоже не умеет. Я не понимаю тогда. Эрка у нас хилится. Так, может быть зачистить, да? А, найди что-то фишинг вильяж. Попробую вообще всех зачистить. Это что за хрень? Хотя, может быть. Мне кажется, что они вообще все зарождаются, не? Что-то найти надо. Ну это понятно, она сейчас как бы возродится сама по себе. Найди чего-то там валять. Фишинг, вильяж. Вильяж деревни. Фишинг. Ну что фишинг? Так, откроется, когда будет full game, я понял. Давай посмотрим. Мы же понабрали очков. Финалить. Ну, тоже нужны очки, ничего нет. Кстати, кто не заметил, здесь еще вроде как отдельные ветки всего и вся есть. Все, все возродились. Ай, сука. Ай, боже, наш любимый. Ну, сейчас, по сути, возродятся только не манекены, а именно живые. Монстры живые. Ну, души летят, прикольно. Лё, нифига, сальто какая была сейчас. Это он типа кританул или что? Угу. 260 кристаллов собрал. Но я не поверю, что кошка, сука, не умеет подниматься. Ну, надо посмотреть настройки. Горизонтальный лук, так. Виапон, деконтрол, так. Атака, кью и виапон сет, джамп, F, F-ка. F, ёпта. Он умеет? Я думал, баланс будет, а здесь не стали ничего делать. Так, все хорошо. Но я боюсь не спадать, на самом деле, вдруг. Опа! Добивание сальтушное. Все, я понял. Ну, тут спринтовые. Ну, с боем, на самом деле, как-то слишком легковато, наверное, для похожего что-то на Souls-like именно. Слишком уж, когда ты начинаешь играть, да, какой-то любой Souls-like, тебе уже самый первый чел может таких пиздюля дать, что у тебя яйца скукожатся, бляха-муха. А тут прям, знаете, как-то прям вообще херачишь, смотри, просто рубишь и рубишь, рубишь, кайфуешь и рубишь. Ну, кстати, да, зато вот эти зависоны пропали все-таки. Вообще настройки на ультру поставили, блин, зависоны пропали, обалдеть. Здесь открывается? Нет, нужен ключ. Мне кажется, ну, для демки должны еще добавить, скорее всего, одного босса. Как правило, так делают. О. Ты что за жопа? Первый чел, первый монстр, который меня действительно ударил. Блять, он куда-то перепрыгивает. Мышка куда-то дербанит. Так. Фокусируем. Вот. Вот, это, вот так. Вот это правильно. Вот это прям очень-очень-очень правильно, когда ты получаешь супер мощные пиздюля, что у тебя аж глаз дергается жесточайшим. Но с рендерингом здесь проблематично, на самом деле.
Ну, я имею в виду в плане того, что ты помираешь, и у тебя локация снова прогружается. В принципе, то этих можно и не бить. Убежали. Оба. Как скачет, как архар. Так. Есть пробитие. А вот этих-то вообще как-то простых вообще рубишь прям нормально. Хотя если вспомнить опять же первый Dark Souls, когда ты только начинаешь, вот эти пиздюнушки были, да вообще в принципе в любую часть. Первоначальные, которые голые, вот эти все говноёбы. Вот они в принципе тоже умирали быстро. Там буквально что-то два удара. А когда у тебя оружие более-менее было, уже ты вообще считай херачил нормально. Так, ладно, давай я подхилю. Блять. Вон, мое тело, да, лежит? Так, рывки. Да, хоть на ходу здесь хилиться. Бля, ты чё? А, стамина. Нормальная такая, нормальный такой карась, я бы сказал. Который умеет уже кровь попить, так скажем. Так, ну она даже не подбирается, она просто достаточно наступить, она собирает. Ящики не разбиваются. Хорошо. И чё? Тут, конечно, анимация пиздец. Простите, конечно, за мой французский. Но оно, как бы, с одной стороны, понятно, это кошка. А с другой стороны... А чё? Я просто не хочу вниз падать. Тут же нет прохода, как я потом подниматься? Хотя нет, там есть ящик, как бы. Ну да ладно. Но мы нашли, да, финт? По факту должно открыться. Да чё за здесь просадка жопинская? Вот это место прям вообще отвратно. Мы ставим прям какая-то жопа. Other side? В смысле? Но я же зачистил. По факту, нет разве? Серьезно, тут никого нет. Это обманный маневр. Это чувство, когда надо всех добить. Я все сейчас соберу. Все, что можно. Все, что существует в этом мире. То есть мне по факту нужен ключ, чтобы открыть и пройти туда. И оно, кстати, если это враг, она красный индикатор как-то появляется на враге, получается. Интересно. Ну, то есть они как бы, знаете, типа прыжок, анимация прыжка. То есть именно между... Ух ты, он на него залез. Вот это место прям лагает. А действие здесь какая кнопка? Enter? Нет? Куда здесь? Что здесь делать? Walk us from the on the side. А нихуя. А мне здесь, как говорится, двери не нужны. А я всех перескачу.
Это что за чел с киберпанка? Вернулся. Хорош. Нормально так. Так, что-то экипировка брони. Ну-ка. Ну-ка, прям любопытно. Во, ебаха-маха, какая киска стала сразу. Прикольно. А ладно, я подхилюсь. Интересно, а сколько он... А, ну у него вот магия прибавляется. Все, хорош. Она восполняется как ярость. Восполняется как ярость. Хува! Сореза. Оп. Хорош. Главное, как и любому соус-лайку, главное привыкнуть. Понять его, так скажем, технику. Невероятного секса. Это что за? Энджи Глоус? Чего? Серьезно? Тут есть. Нарукавники. Угу. Кошачьи нарукавники. Но здесь ничего нету. Здесь они как больше упор на свет какой-то сделали. Смол антидот. Так, ну мне пока антидоты нахрен не нужны. У меня одна хилка. Я не знаю, как здесь и что здесь. Но я чувствую, что вот это, сука, босс какой-то, не? Все, последний хилк. Так, я тебя сейчас застрелю нахрен. Он больно бьет, я не хочу с ним биться. Хорошо, есть вот эта энергия, так скажем, которая мне помогла спастись. А так я бы здесь помер, так и представьте, с какой жопой это все тебе. Так, он умеет подкрадываться. Да, ну. Хорошо убивается на удар. Здесь, то есть, можно втихую всех перемочить, серьезно? А-а-а, так я сейчас того тоже... Вурдалак примачиваю просто и все. Assassin's Creed и Souls-like. Давайте сюда, пизда, уйдите. Так, здесь нет, надеюсь, врагов. Вот этих толстяков всех нахрен перерезать. Ля! Крыса, этот стрелок, или кто ты? С мушкетом. Ни хрена себе. Ты что, из мира Пиноккио избежал, что ли? Так, здесь хорошо, здесь тоже подъема. Так, подбирай. Ну, какой-то кристалл что-то использовать, ладно. Тихо, тихо, надо его зарезать. На, сучка. А вот это что за камень? А, Hof to Play? Это пока обучение, серьезно? Так, и у нас здесь с вами получается еще один якобы костер. Ну, Виталити, допустим, вот это все можно, видите, разведать. Допустим, да. Все, 5 хилок на месте. Боже, откуда такие просадки? From on the side. Где-то я это слышал. Здесь нельзя, да, подняться? Вот рядом со светом вообще просто жопа какая-то творится. А, у нас второй навык появился. На-на. Нихера себе колбасит, да? Слушайте, а может быть я тогда могу поверху брать? А я могу в воздухе убить?
Хорош. Да в смысле? Я думал, ты... В смысле, блядь? А как он в воздухе бьет? Хера себе. Ну, разрушений здесь нет. Печально. Действительно, в какой-то степени, может, даже и не хватает этого. То есть ты привыкаешь, что ты путь этот весь зачищаешь. Вообще классно, на самом деле, прикольно. Ну чё, кошачий соус лайки. Что-то новое. Когда вы играли последний раз киска? Ах, сегодня пошёл. Ты ж ярость собьёт. Покер. Все, нет, пацана. Так, все, он подобрал? Да, подобрал. Хорошо. Так, этого я убил, он тоже исчез куда-то. Так, здесь проход нет, дверь закрыта, да? Хорошо. Тоже не хватает. Так, я не знаю, мне охота разбить, знаете, получить какую-то там маленькую забытую душу, что ли. Так, хорошо, здесь тоже дверь. Привет. Пока. 1530 урон наносит, неплохо, да? Какие-то цветочки у них находишь. Тело выгорает, умирает. Антидот шот. Что-то антидотов до хренища падает. Я чувствую, что это не к добру совсем. Привет. Блять, ты хорош. Что я понажимал, что? Что просто писец. А нахуй. А чё он одиночный урон нанес, что ли? А то у меня единственный вот этот скилл только урон помог и все. Так бы я сейчас просто тупо сдох. Почему? То есть ты либо, блядь, просто у тебя нажимается кнопка в сторону нажать, либо это комбированно надо нажать. Вася Мэнкинг, запись как. Привет. Блять, ну ты дурак же, ну. Он сагрился? Да, он там что-то делает. Ладно, срать пока. Тут, как вы видите, тут много тоже всего. Забираться, лазить. Блять, что ж вы такие? Штучки болючие. Это падает, все следует. Так, а если сюда? Есть что здесь? Путник. Бля, ну что у тебя такое? На нахуй. Вот попробуем. Левую кнопку. А, все. Все, все. В прошлый раз просто это не срабатывало. Блин, вот это мощная хрень, конечно. То есть, в принципе, если вовремя защититься, можно... Нагнуть его нормально. Я боюсь вообще, честно, я очень боюсь. Потому что я чувствую, что дальше будет вообще жопа. Ведь мы еще даже до босса не дошли. Что это за лампа булава? Кристаллы. Не хватает. Вот реально не хватает просто тупо разрушений. Вот честно вам говорю, я не знаю, прям у меня такое ощущение, что именно это... О, есть цифра 3. А чё у меня не работает 3?
Это что такое дает? Да, боковые сальтухи. Блядь. Как крыса монстре. Ой. Ай, какие добивания. Еще и с вертушки пиздяк, ну. Жозыч. Ну это тоже, смотрите, сколько сюда идешь, туда идешь. Но это закрыто, чтоб тут... О, рыбка, бля. Вот она, рыбка. О, бля. Я ж рыбку хотел тронуть, а не тебя. Блядь, я хилку потратил. Ребят, сорян. Честно, сори. Ноль хилок, бля. Это жопа. Хотя бы давайте до босса дойдем, хотя бы просто посмотрим. Ай, блядь. Чё ты похож? Да ёбаный в рот. Как так-то убили? Вообще даже не понял, что произошло. Так, это получается, мы идем отсюда. Ну а чё, здесь получается проход сюда, в принципе, бля, я не знаю. А если попробовать пробежать, вот чисто, ребят? Хуяк. Да он по тебе все равно попадает. Хотя не агрится. Да ты меня зажал, конченый. Так, я свои души забрал. Но при беге здесь что, стамины нет, получается? Куда я попал? Тут смотри, какая срака, носорога. Бля, киберпанкские носы. Шлем. Нашел шлем. Я нашел шлем, блядь. Можно я одену шлем? Я хочу посмотреть, как он одевает. Ну, конечно, нарисовки экипировки как будто откроется, когда, короче, выйдет полноценная игра. Хорошо. Ладно, меня никто не заметил, идем в другую сторону. Здорово. Вау. Чел, уйди на хрен. Ты же сегодня не допрыгнешь по-любому. Так, Цешечка, все, хорошо, я... Тихо. От этого ебалая зарежем. Кошачий удар. Синзиньпиня. Так, еще какие-то записи, что-то опять нашли. Альт, левая. Короче, тут еще комбированные атаки. И пока просто зарежем. Ну вот, новые задания появились. Поиск Мэнсина, что-то Мэнсина, хуенсина. Если сюда прыгнуть, нет, да? Хорошо. Да я же знаю, я же тебе давно говорю. Эй. Так. Так, я попробую забрать. Забить. Ну а что, спуск здесь, получается, вот отсюда. Тихо. Блядь. Там еще петушара. Ракунчик. Забери эту хрень. Все, погнали, просто пробежим. Но это можно просто биться бесконечно, на самом деле. Блядь, да ж ёбаный ты стыд. Забери этот грёбаный цветок.
Кстати, вот эти типы вообще просто разъебастера называются. Да пошел ты, блядь. Нахуй, я сказал. Блядь, да уйдите, они меня зажали. Нахрен пошел. Вот этого надо, блядь. Бля, он блочит, понимаете? Он просто тупо, сука, блочит. Тварь, просто жопа. Бля, он хвостом меня... Я худею. Не, ну тут пробегать, это, конечно, так себе миссия. Это, конечно, так себе. Не хватает, во-первых, русского языка. Это прям железобетонно. Вот прям, вот реально. А вот, по сути, открыть нужно с другой стороны. То есть я, в принципе, к этому как раз и направлялся, но получился небольшой косяк. Вот. Попробуем сейчас. Блять, вот как они меня любят, а? Ты посмотри, блять. Так, давай попробуем. Нормально. Не, ну я попробую технично, конечно. Что, не влазишь, дебил? Да пошел ты нахуй! Саиж махрена. Резани его как чушку горбатая. Так, хорошо, у нас тут еще есть, смотри, что. Как он не обратил на нас внимания. Радиус агро, видимо, не такой большой. Так, мы нашли ключ, ребятки. Мы нашли ключ, который в целом с вами пропустили. Вот. Блять. Ты куда, толстый, делся? Бля, ты посмотри, как он комбирует. Он меня просто тупо зажал. Не, ну у меня ключ, походу, от этого, от двери, да? От форта вот этого, или чего там? Не форт, не фейрорт, не знаю, что это такое. Вот эти вот эти прогрузки. Слишком тоже такие. Я надеюсь, что ключ. Сучка. Понятно. Короче, вот такая вот игра. Мне не хватает русской локализации, на самом деле. Я не знаю, будет или не будет. Ребятки-энтузиасты собирают деньги, да? Ну, достаточно весело, достаточно круто. Интересно все-таки дойти. Я, скорее всего, наверное, запишу второе прохождение, где мы дойдем все-таки до босса. Я думаю, что здесь есть босс все-таки. Вот. И, конечно, не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем спасибо. Всем пока.